Так, сейчас попробовал попытку, но попытка не удалась, потому что я не показал изначально весы с циферкой 0. Значит, мы попробуем еще раз. Мы, значит, попробуем еще раз. Так, я возьму телефон. Возьму телефон. Так, значит, линейку я установил на шкале 30 сантиметров. Так, здесь марочка, все, Finger King 24. Так, вот он карабинчик, 0. Замеряем. 9,7. Ну, в прошлый раз 9,6 было на прошлой попытке, ну фиг с ним, нормально все. Так, вот Антон как раз мне написал. Так, сейчас, значит, что, я должен показать весы с ноликом. Тогда давай сперва я замерю снаряд. Я сейчас на него наступлю. Он покажет 0. И я поставлю на него груз. Так, сколько там времени должно пройти? Теперь я этот груз сниму. 51,3. Это я поставлю груз. Так. И сейчас груз здесь. Так, вот. И сейчас я взвешусь сам. Сейчас я взвешусь сам, чтобы ничего из кадра не ушло. Так, все ровненько, ровненько. Так. Весы показываю. 0. Видно? Весы на 0. Весы на 0. Становлюсь. 83,5. 83,5. Видно? Ну и давай еще раз на всякий случай мы перевесим вес, да? Давай, вот он, 0,0. 0,0. И сейчас мы... Все ли там видно на кадре? На кадре все видно, все нормально. Так, у меня упала линеечка. Линеечку ставим на 30. Как я и показал, линеечку поставил на 30. Теперь, думаю, все было видно. Теперь, думаю, все было видно. Линеечка на 30, как и стояла. Все четенько. Все там видно. Все, наверное, видно. Вон она, 30-ка, 20-ка. Все. Теперь, надеюсь, правильно. Я, наверное, оба варианта отправлю.